Всем привет! Это я, Зи. Сегодня я вам расскажу страшную историю, которую всем понравилось. Давайте, начнем. История про него. Давай еще поиграть в бесплатную версию всего этого хочу. Так как денег у него не было, он не мог купить. Он купил диск из магазина. Продавец его предупреждал. А что? Этот диск очень опасен. Но он не послушал. Мне было жаль, что играть. Знаете, вы игру со мной отдыхаешь. Но когда он вставил диск в карту, то он увидел нечто мрачное. Вместо 7 до 1000. В 991 он увидел Сега 666. После того, как он нажал старт, он увидел, что он изменился. То он доставил его персонаж. То, что там было, я не буду сказать. Появилась жуткая картина. Инкасоник.exe и надпись, которая написана кровью. Он нажимал на это и видел очень страшную картину, что все персонажи умерли. Он попытался вынуть диск. Инкасоник.exe выпрыгнул с экрана и сказал: и сразу же напал. Очнулся парень в больнице. Он спрашивал врачей, что случилось. Все сказали, что его родители нашли в больнице. Когда он посмотрел на палец, он увидел надпись. Если вам понравилась история, то ставьте лайк. Я старался над атмосферой, даже голос сменил. Ну ладно, на этом мы с вами заканчиваем. С вами был я. Всем доброй ночи.